У жене моей спросите у Даши, у сестре ее спросите у Клавки, но ни капельки я не был поддавши, разве только что маленько с поправки. Я культурно проводил воскресенье, я помылся и попарился в баньке, а к обеду, как сошлась моя семья, начались у нас подначки да байки. Только принял я 100 грамм для почину, ну, не более чем 100, чтоб я помер. Вижу, к дому подъезжает машина, и гляжу на ней обкомовский номер. Ну, а я на крылечко, мол, что за гость, кого привезли, не чехали. А там порученец чернильный гвоздь, седай, говорит, поехали. Но ежели зовут меня, то майна вира, в ДК идет за утренне, в защиту мира, и первый там, и прочий из области. Сажусь я порученцу на ноги, он листок мне, я и тот не перечу, ознакомься, говорит, по дороге со своей выдающейся речью. Ладно, мысль, набивай себе цену, я в зачтениях мостак, слава богу. Приезжаем, прохожу я на сцену и сажусь со всей культурностью сбоку. Вот моргает мне, гляжу, председатель, мол, скажи свое рабочее слово. Выхожу я, и не дробно, как дятел, а неспешно говорю и сурово. Израильская, говорю, военщина, известна всему свету, как мать, говорю, и как женщина, и требую их к ответу. Который год я вдовая, все счастье мимо, но я стоять готовая за дело мира, как мать вам говорю, заявляю, и как женщина. Тут отвисла у меня прямо челюсть, бывают же такие промашки. Это сучий сын пижон, порученец, перепутал в суматохе бумажки. И не знаю, продолжать или кончить, вроде в зале ни смешочков, ни вою. Первый тоже, вижу, лично рожи не корчит, а кивает мне своей головою. Ну и дал я тут галопом по фразам, слава богу, завсегда все и то же. А как кончу, все захлопали разом. Первый тоже, вижу, лично сдвинул ладоши, а после зовет свою вотчину и заявляет мне при всем окружении: хорошо, брат, ты им дал по-рабочему, очень верно осветил положение.